Россия будет вынуждена туда стремиться по причине того, что для установления выгодных экономических контрактов приходится входить в различные альянсы. Потому что мы с каждым днем теряем поставки нефти и газа за рубеж, скажем так, и все это происходит на фоне политических наших заявлений. Мы исходим, к сожалению, из того тезиса нашей политики, что что бы они ни делали, типа все это заглотнут. К сожалению, это не так. В первом квартале крупнейшим поставщиком газа была Норвегия. В общем, собственно говоря, вот он ответ на все вопросы. Поэтому расслабиться и получать удовольствие, ну, просто верхним эшелоном в так называемой власти больше нечего будет, меньше всего будет что делить.